Друзья, мы видим, как вам сложно подходить к первым переговорам. Вы не уверены, вам страшно, вы думаете, что вы многое не знаете, что вы недостаточно эксперт, что у вас еще нет опыта, как вы же придете к опытному человеку, и даже если ваш друг, то все равно вы думаете, сомневаетесь. Вот там лайфхаки, как через это пройти. Вы заметите в будущих уроках, и, возможно, уже заметили, что я люблю аналогии проводить с интимом. И вот первые взаимосвязи с экспертом – это вот как первый половой акт. Он очень важный, но при этом страшно. И ну, вы, когда он первый, у вас не было опыта, и вы не знаете, как это. Но очень хочется попробовать. Вот так как с экспертом. Ну и что? Вот, вы вспомните, как вы это преодолели в вашей прошлой жизни. Вот, кто-то там, ну, в общем, у всех были разные пути. Я помню, я говорил, что у меня был опыт, и приходилось претендовать на то, что, ну, типа, я опытный. На самом деле это создает дополнительный стресс, и если, наоборот, честно сказать, что, ребят, вот я пока не продюсер, но я учусь в лучшем в мире, да даже в стране, акселераторе онлайн-школ. За мной там Сергей, Дима, их знания, их большой опыт. Вот посмотрите кейс там Free Publicity, вот посмотрите кейс астрологии, вот посмотрите кейс Будюка и многие другие кейсы, о которых вам рассказывают. Посмотрите кейсы не только Димы и Сергея, но и Валентина Василевского. Посмотрите кейсы других резидентов акселератора. Их очень много, и они получаются у людей. И вообще самая распространенная практика на рынке – это когда есть продюсер и есть эксперт. Возможно, вы видите вокруг, что вот, ой, человек-эксперт, вот мы вместе начали, а он уже сделал, он заработал первые деньги, а у меня не получается. Знаете, этот человек, да, он первые деньги пришел быстрее, он быстрее стартанул, но потом ему будет сложно масштабироваться, сложно будет расти, потому что он сам себе режиссер, и сам себе эксперт, и сам себе там, ну, ему все нужно делать. Он маркетолог и эксперт, это сложно. Поэтому вы знаете, что ваша схема, она более стабильна и более масштабируема. Поэтому вам нужно подойти к этому вот первому, там, интимному процессу и начать его делать. Соответственно, и чем там вы честнее перед собой, перед экспертом, тем лучше. Вы приходите и говорите, я боюсь, мне сцыкано, давай пробовать, тоже боишься, давай вот посмотрим вместе урок, давай сделаем здесь, давайте сделаем это. Вот. При этом вы честно говорите, что вы имеете там большие знания, за вашими плечами можете посоветоваться. И вы действительно можете советоваться с вашими кураторами, с Настей, Яной, Оксаной, другими девчонками, с нами в мастер-майндах. И вот вам техника, как ну, преодолевать это все дело. Первое, это действительно вот то, о чем мы говорили вот в предыдущем уроке, это про градиент, то есть постепенно наращивать. Не идите сразу к там, самому крутому эксперту, подойдите сначала, пообщайтесь, потренируйтесь с вашим другом. Если друг уже ну, получается, пойдите чуть-чуть дальше. Или с кем-нибудь своим напарником, с бади в акселераторе. Это может быть тренировочная игра, а может быть реально ну, боевой первый старт. И постепенно вы накапливаете свою уверенность. Техника, мне очень нравится, вот такая метафора, это депозит уверенности. То есть вот если представить, что наша уверенность, она растет, чем больше вот мы более уверены по жизни, чем больше у нас вот в кармане уверенности. Как она накапливается? Начиная с того, что вы просто даете больше чаевых. Вы даете больше чаевых, и вы понимаете, что вы заслужили чего-то большего в ответ. И это заслужили большего, оно во всем. Это там то, что вы проснулись с утра, отжались, почистили зубы или пробежались. Это в любой сфере вашей жизни, чем больше вы ну, делаете каких-то вещей, которые для вас сложны, тем больше вы себя больше уважаете, тем больше у вас уверенность. И помните про кармический менеджмент. Вот среди вас десятки, даже сотни резидентов акселератора, кому тоже актуально быть, найти эксперта. Поэтому помогите кому-нибудь найти. Используйте техники там посоветоваться, но и советуйте тоже. Ищите, смотрите, видите, что кого-то кто-то просит. Вы понимаете, о, у меня там Федя делает в этой нише, ему нужен эксперт, потому что ему нужен продюсер, потому что он эксперт, он сейчас, да, может быть, придет к деньгам, но если ему будет маркетолог, он двинется быстрее. Поэтому вот к первой этой интимной связи, ну, просто подходите и понимаете, что вам нужно, ну, просто действовать. Ребят, не переоценивайте важность этого, да, это как первый акт половой, да, он не самый лучший в жизни, но он произошел, это самое главное, поэтому поймите, вам вместо того, чтобы откладывать, боясь сделать ошибку, вам нужно делать, понимать, что да по-любому вы ее сделаете, но ее, как бы, вы поймите, что потом вот, если опять же вот, вспомнить про интимную вашу сторону жизни, то скорее всего последующие акты, они становились лучше и лучше и лучше, и ваши попытки с экспертами, они будут каждый раз лучше, лучше и качественнее. Вперед, не стыдьте.